Такую вкуснятину я готовлю часто, но думаю, что многие из вас ее точно не пробовали. Но это так просто и так вкусно, что обязательно стоит приготовить. Для этой вкуснятины я беру 2 сладких болгарских перца. Перец очищаю. И нарезаю тонкой соломкой. Дальше я беру 5 средних помидоров. Помидоры нарезаю небольшими кусочками. Разогреваю сковороду. Добавляем 2-3 столовых ложки растительного масла. И первым высыпаем в сковороду перец. И пассируем, помешивая пару минут. Аромат у этого перца просто волшебный. Затем присоединяем к перцу измельченные помидоры. Опять перемешиваем овощи вместе. Посолим по вкусу. Я добавляю чуть меньше, чем 1/2 чайной ложки соли. Добавим щепотку черного молотого перца, 1/2 чайной ложки приправы мелису нелли. Опять хорошо перемешаем. Видите, овощи сразу пускают сок. И мы оставляем перец с помидорами тушиться в собственном соку на небольшом огне под крышкой. Пока овощи тушатся, займемся спаржевой фасолью. С нее обязательно срезаем вот такие хвостики. А затем нарезаем ее такими небольшими порционными кусочками. Закипятим воду в кастрюле. Кипящую воду подсолим. Фасоль идет вариться. Варим ее недолго, всего 4 минуты после закипания. А пока она варится, мы измельчим остальные ингредиенты. Половину пучка петрушки нарезаем мелко. Изюминка этого блюда 40 граммов грецких орехов, можно больше. Орехи измельчаем до мелкой крошки. К этому моменту фасоль готова, сливаем воду. И сразу заливаем ее холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления. Так фасоль сохранит свой красивый, яркий цвет. К этому моменту перец и помидоры уже готовы. Они мягкие, нежные и очень ароматные. Теперь я беру 3 зубчика чеснока. И пропускаю через пресс, добавляю к овощам. Высыпаю сюда орехи и петрушку. Как же аппетитно пахнет! Ну просто чудесно! Перемешаем все хорошо, равномерно. И теперь в последнюю очередь добавляем сюда нашу красавицу фасоль. Опять перемешиваем. Ну вот. Все хорошо перемешали, и блюдо готово. Как видите, все очень-очень просто. Но это так вкусно и так полезно, что стоит обязательно приготовить это блюдо. А также стоит подписаться на канал и нажать колокольчик.
чтобы видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам радости, здоровья и мирного неба над головой. И, конечно, до встречи, как обычно, в следующем вкусном видео.